Чебоксарах впервые прошел чемпионат по чтению среди обучающихся 3-4 классов. Награждение победителей и финалистов состоялось в Национальной библиотеке Чувашии. Поколение читающих, мыслящих детей – это основа нашего общего успешного будущего всей страны. Чемпионат по чтению в первую очередь рассчитан на то, чтобы вернуть интерес к чтению у подрастающего поколения. По правилам конкурса участники читали вслух на время и без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг. Перед жюри стояла непростая задача. Они оценивали участников по нескольким критериям. Это количество прочитанных слов в минуту, правильность, выразительность и осмысленность чтения. В чемпионате приняли участие 600 обучающихся 3-4 классов 44 школ города Чебоксары. Ученица 4 А класса школы номер 29 Карина Шишина конкурса готовилась очень серьезно. Свои силы попробовала после совета школьного педагога. Она стала победителем. Когда я узнала о результатах, я немного разочаровалась, потому что я прочитала меньше слов, чем в школе. Все равно выиграла. Победители вручили главный приз чемпионата – гироскутер. Также поощрительными призами и дипломами за достигнутый высокий результат были награждены 50 финалистов чемпионата. Олеся Русакова, Андрей Иванов, Республика.